Всем привет, друзья! Мы сегодня будем играть в Бравл с моим другом. А-ла-ла, привет! Меня Джинни. А у меня есть Сэнди. И мы будем играть в осаду. Да, в осаду. В осаду я выиграю... Бо? Кстати, мой любимый боец, я вам хотел, друзья, сказать, это 8 бит. Это мой самый любимый боец. А у Кирилла будет Тик. Это уже у меня он есть. Вот это мой Тик. Окей. Кирилл. Я это пролистал в этом в Тик. Ну, я пролистал, помнишь? Я пролистал, и ты сказал, что у тебя есть Тик. Ну, это прям сейчас было. Да, прям сейчас. И ты говоришь, что это было очень давно. Ну, как сказать... Вот я сейчас ни разу не умер, но я просто убиваю. Я уже 2 кило... Мы собрали робота! У нас есть робот, это очень круто. Нет. Это не очень прикольно, что сейчас на нас нападут. Но это прикольно, что сейчас на них нападут. Ну сейчас уже на них нападут. Так, булат! Я его убил в последний момент. О, Кирилл, мы выиграем, да? Да, у них уже мало. Були! Ну, мы играем в команду с Булом, короче. Это не с Булом. Нет, ну у нас есть команда с Булом. Ну да. У нас есть команда. Ну да, вот. Ну его зовут Джокер. Джокер, у него есть карта Джокер. Ай-яй-яй! Нет, Бул, на тебе, на, не надо это. Они вообще все. Так, тут Джокер у нас разродился. Леон. Ой, ты Кирилл. Ты себя назвал Леоном в игре, да? Да. Я собираю гвоздик. Гвоздик, такой гвоздик. Будем звать Бинтик Скунтик. Ну все, мы выиграли, да? Осаду у них, но у них ноль. О, нет. Нам конец, да? Нормально. Ну за что? Минус 3. Мне тоже было минус 3. Calm down, everyone. У меня уже плюс 1 ящик. Слушай, давай этот. Столкновение этот сыграем. Согласен. А выбрали для этого сражения Тика. Да, у него уже Тик, а у меня скоро будет Динамайк. Мы же вам обещали, но когда у меня будет Динамайк, мы будем с ними целыми раундами играть. Да? Да, Тика будет Динамайк. Ты собрал? Да. О, там Б и Харви. Где Б? Где пчелиный укус? Я не боюсь Шелли. Вдруг у меня будет шрамчик. Мы одновременно. Плюс 2. У меня уже второй ранг. Второй ранг. Окей. Я выиграю.
стоп. Я выберу Лейприна. А я выберу Ниту на 21-м. Пахнули. Все, 10 из 10. Браво, Старс, браво, Бол. Бол, Бенни, Фулгари. Я не хотел Брау Бол. А почему ты всегда про него говорил? Ну потому что я это переводя говорил Браву и Браву Бол. Браву Бол. Я не хочу слить кубки. Я не хочу слить ранг на Мальтрину. Прошу, не надо меня убивать. Кальтухыч! Кальтухыч, отстань от моего друженька уже. Да? Угу. Отстань от друженька уже. Отстань от друженька уже. Ой, за тобой этот бежит. Они зажали тебя. Ой-ой, мне кажется, бежать надо. Там Фрэнк со скином. Скином древний век. Опа. Иди с банок, иди в сторону, а не иди в упор. Да. Беги, беги. Ой-ой. Давай. Ой-ой. Я вроде не хочу спавниться. Я буду держаться от них. Они меня зажать. Я не хочу. Плюс 7, наверное. Плюс 8. Плюс 7. Звездный жетон. Мне тоже. Давай на звездный жетон. У меня еще один звездный жетон. У меня тоже еще один звездный жетон. Нет, у меня не один. Нет, у меня здесь один. А, на большом ящике. У меня пять еще. Окей. Окей, окей. Да. Calm down, everyone. Вот я 15-й. Я ранг больше, чем у нас. А на ните 21. Ну, в команде легендарки. Зачем я в жизни команду? О, ну, сами говорили, кошелька, не блин. Опа, ну зато этого самого первого убили. Вы что, за мной следите? А нет, вы же так, посередине всего лишь. Вот эти пушки, я не могу. Я знаю игрока по имени Про, он мой друг. Он мой друг, его зовут Про. А, ну это что, не в школе? Нет, это мой друг с тренировки, его вообще зовут Блад. Я не люблю. А, ну все, мы проиграли, ты знаешь. Что-то нам не везет. А знаете, почему нам не везет? Потому что вы лайки не ставите. Если вы лайки поставите, подписывайтесь, то возможно. У меня маленький ящик. Давай, выбирай этот. Мне не Браво Бол. Да ну, у меня там звездный джетон. У меня, извините, тоже за звездный джетон там. Но мы сольем кубки. Мне кубки не важны. Мне кубки не важны. У него что есть мя? Какой-то мя-мячка. Блин, андроид. Это мой тоже друг. Смотри, сколько у этого блин андроида кубков. Блин андроид. Смотри, у него кто есть. У меня есть ворон на 20-м раунде. У него есть, смотри, сколько на 20-м. Биби, Фрэнк, 8 бит, Пайпер. У меня есть друг, его зовут Бладкот, у него тоже воры на 20-м ранге. А у него нет Б, у него есть только одна легендарка, но у него
слушай, это тоже мой друг. Пригласила. Нет, я не хочу открывать сундук. Так, Кирилл, что же ты мне напишешь? Я покажу сейчас, каким надо быть. Сколько у меня? Стоп, кем ты писал? Что это ты мне написал? Я... Вот, будь сильным. Это твой ясно. Ну, погнали уже. Это... О, у меня есть друг А4. А4? Что это за друг такой? Он быстрый. Что, покушаешь? Давай посмотрим, как он дрожит. Давайте посмотрим, какие мебели. И друзья к нему. Ладно, Кирилл, погнали. Только все в доме. Томи, ты очень классно, Томи. Такая сова. Что я... Вот крысы! Я ненавижу крыс! Крысы! Кирилл, ты же тоже не любишь крыс? Я ненавижу крыс. Я тут, ты видел, как они меня, этот, крысы? Ты видел? Просто, значит, вперед кинь, догоняй. Релакс! Давай! Ну сколько забьет? Ну, опять крыс нет. Это команда крыс. Я их назову команда крыс. Оп-оп. Ну я сказал команда крыс. Кирилл, ну ты и повтори-ка. Мы назовем крыс команда крыс. Согласен? Ну я ж это первый придумал. Мы команда чит. Что такое крыс? Команда кого? Читаки. Титакос? Calm down, everyone. О, наша команда будет звать Чопик. Чопик. Команда Чопик. Релакс. Чопик. Единомайка. Ну, побежали на единомайку. Со Славиком. Ну все. Вот это по шляпе я тебе дал. Вот. Ладно, друзья, сегодня не такое уж и большое видео. Всем пока. Мы закругляемся, короче. Подписывайтесь и всем пока.